Традиционно ЮКАГР, конечно, это время подведения итогов, озвучим наших планов. И вот у нас как раз-таки вместе с нашим руководителем завода, мистер Элен Джан, как раз мы провели пресс-конференцию, на которой озвучили основные планы на будущий год. Для нас это очень важные моменты. Вот по итогам этого года мистер Элен Джан озвучил, что Zoomlearn является экспортером номер один Китая. Это уже говорит о том, что да, большой шаг мы сделали. За последние 3 года достигли больших результатов, являясь лидером, так скажем, по поставкам тракторов. А мы занимаем на данный момент 26% доли рынка. Это очень серьезный результат. В плане новинок тоже очень важно отметить тот момент, что мистер Элен Джан озвучил основные еще 2 вещи, на которые мы сейчас делаем акцент. Мы будем развивать собственный R&D-центр. Называем научно-исследовательский центр. Именно базируясь здесь, в России, мы будем создавать те модели тракторов, которые наиболее востребованы здесь, создавать их вместе с нашими технологами на заводе в Китае, и будем предлагать те решения, которые наиболее здесь будут востребованы в первую очередь. Вот основная задача в этом. Сегодня мы представляем нашу действительно долгожданную новинку. Это модель RG2004. С данной моделью мы выходим в класс энергонасыщенных машин. Скажем так, это такое промежуточное звено между 3-м и 4-м тяговым классом. Мы адресуем эту машину клиентам, которые имеют энергонасыщенные операции в их профиле деятельности. Это, конечно, прежде всего почвообработка. Машина также была протестирована на полях Урала и Поволжья, показала отличные тягово-сцепные качества, агрегатировалась с такими орудиями, как 6-метровые двухрядные тяжелые дисковые бороны, предпосевные культиваторы до 8 метров, дискаторы до 9 метров, показала довольно-таки хороший уровень работы гидравлической системы. В общем-то, когда мы разрабатывали эту машину, мы взяли проверенные уже нами решения на других моделях компании и добавили в них надежности, чтобы сделать машину пригодной для энергозатратных задач. Машина рассчитана на тяжелую интенсивную нагрузку. Мы продолжаем свою активную работу. В нашей дилерской сети 33 компании, 33 партнера. Покрываем 75 регионов. То есть это фактически 85% территории России. Мы присутствуем вместе с нашими партнерами, оказываем всю необходимую поддержку в плане технической поддержки, поставки запасных частей. Соответственно, мы еще раз заявляем о том, что бренд рядом. Соответственно, мы даем полную уверенность нашим аграриям при выборе техники, что полностью сопровождаем в плане поддержки именно наших машин. Этот год был непростым в целом по рынку, но несмотря на это, появилось очень много довольных клиентов, которые рады, то, что они связали свои планы с компанией Zoomlearn и компанией Агротехнодар. Появились новинки, которые мы успешно предложили рынку, они были проданы, опробованы, и мы получили положительные отзывы. Также мы расширили свою сервисную службу, которая, в общем-то, и обеспечивает сейчас постпродажное обслуживание всей техники Zoomlearn. Появились несколько тракторов с большой наработкой, то есть за 1,5 года это 4000 моточасов. Эти клиенты по результатам еще приобрели трактора. Поэтому я могу сказать, что Zoomlearn уже уверенно стоит на российском рынке, и перспективы очень хорошие.